Читаем добротолюбие. Поплачем немного здесь, чтоб не плакать там, вечно мучаясь. Пришествие Христово внезапно, как страшная молния. Вон и час каждый воспримет по делам своим, каждый пожнет, что посеял. Все непокровенными пристанем судилищу Христову, и каждый даст судье ответ за себя. В тот час никто никому не в состоянии помочь. Каждый со страхом и трепетом будет стоять в ожидании услышать Божий приговор. Преподобный Ефрем Сирин. Боже!